Всем здравствуйте. Что унюхали? Что у меня унюхали малыши-карандаши? Печеночка сушеная, да? Ой, любят они это полезное дело. Сейчас все разберете, Донечка убирает. Дядюшка, мне кажется, ты брала уже. Фишка, вот она, девочка, бусюсик. Ой, эти маленькая тоже хватает. И этот мальчишок, кажется, такой колюсенький, грызики маленькие. Ой, и этот-то прямо пёс. Скользко ускакивает. Кисулька. Кисулька-то такие лакомства. Внимание не обращает. И ты что у меня за две девчонки тут? Милуся, мне кажется, ты спрятала. Ты не могла скушать так быстренько. И дальше понесла. Тихо, не торопись, тебя никто не отнимет. Кто у тебя отнимет от такого хорошего? Ты гусинку скусил. Теня. Господи. Бегом. Как обычно у нас Донечка интеллигентно кушает. Вот что-что, Донечка всегда интеллигентно кушает, да, никого не... Ляль, ты спрятала, я тебя знаю. Соболек, ну нехорошо у пожилого человека забирать. Буся, на, бусечка, обидели бусечку. Ну какие? Маленькие от горшка два вершка у большого забрал. Ай-яй-яй, как тебе не стыдно, Соболь. Правильно, Буся, прячься. Обижает пожилого человека. Ну что это такое, а? Да, Донечка? Вот тебе звездочка маленькая. Ой. Ну а что, миленький, хватит. Полакомились, молодцы. Остальное оставим на второй раз. На второй разочек. Хорошо? Доня тоже скушала? Умничка. Ань. Фиюшка, зверушка, спрятала и довольная пришла. Пошла проверять, чтобы ее богатство не утащили. Все, милоте хватит. Маленьким милотам хватит вкусняшек. Все, малыши-карандаши. Ну, вот такое у нас сегодня лакомство. А мы всех целуем, обнимаем и вкусняшек вам желаем.